Так, здравствуйте. У нас тут, видите, изменения неожиданные. Сейчас немножко это задержимся. По новой ссылке сейчас подождем. Подождем других. Других студентов. Я думаю, да, мне что-то... Я сам... Мне самой это сообщили вот за 3 минуты до лекции, что новая ссылка оказывается. Так что, видимо, она будет постоянная, да. Так. Так, давайте подождем там 3-5 минут. Сейчас я тут насчет с лектором договорюсь, чтобы он подключился. Так, ну, так, доброе утро еще раз. Ну, вот у нас должен быть лектор сегодня, вот, который расскажет про сборку генома. Я вам посылал старую ссылку, так что да, надеюсь, он подключится вот, по новой. Давайте тогда пока немножко поговорим. Про организационные моменты. Во-первых, вроде как выложили наконец-то записи. То есть я их загружу, тогда ссылки помещу на Вики. Вот. Давайте тогда еще покажу насчет ВИК. Насчет оценки. Вот, что здесь я вот так, в принципе, примерно график расписания наших лекций составил. Вот, сегодня у вас будет, соответственно, лекция про сборку генома и домашнее задание на семинаре про тоже сборку генома. Вот, значит, домашнее задание, я так понимаю, у вас всегда срок стоит 2 недели, поэтому... У нас, значит, 2 недели срок на выполнение домашнего задания. Вот. Его нужно будет выполнять на серверах, потому что это довольно такое. Много там нужно будет вычислений делать. Вот. Поэтому, значит, на серверах. Ну, об этом более подробно на семинаре расскажешь. И вроде бы написали, что для семинара тоже будет отдельная ссылка. Что тоже неожиданно. Ну ладно, я тогда, в общем, пришлю в общий чат. Соответственно, на следующей неделе у нас будет там лекция уже по генной инженерии, то есть уже более подробно то, что я упоминал в прошлый раз, расскажут про, значит, Анатолий Зубрицкий, который занимается непосредственно экспериментами,
Вот, значит, он экспериментальный биолог, вот он будет рассказывать про то, как там, не знаю, навешиваются адаптеры на эти чтения, более подробно по ПЦР расскажет, более подробно вообще по работу всех приборов для секвенирования. То есть мы, в принципе, более подробно поговорим про экспериментальную часть секвенирования. То есть если вот сегодня у нас будет более алгоритмическая часть про сборку генома, да, то есть это тут довольно сложный алгоритм, который собирают из отдельных чтений геном. То есть здесь это будет, через неделю будет более экспериментальная часть, то есть как это непосредственно делается экспериментатором. Ну и дальше у нас будут уже другие домашние задания. И вот у нас, в принципе, всего планируется 6 домашних заданий. Вот, соответственно, оценка автомат идет просто как средняя по 6 этим домашним заданиям. Вот, если вы получаете там больше или 6 баллов, то значит, у вас есть возможность зачесть этот автомат, этот накоп, как автомат. Если же хочется повысить свою оценку или просто ниже 6 баллов, то вы приходите на экзамен и, соответственно, до 3 баллов вы сможете на экзамене дополнительно получить, вот, написав этот письменный экзамен, который у нас будет в конце года. Вот такой примерно план. Значит, лекции, да, сказали, что видео вроде выкладывают на YouTube, тогда как только они загрузятся, я тут добавлю ссылки на эти видео. Вот, давайте тогда. Сейчас я Можно еще раз посмотрю. вопрос? Вот Да. ограничение стоит на каждую домашнюю работу для автомата, что нужно какой-то балл определенный набрать. Нет, нет, если нет никакого ограничения, если, опять же, среднее какое-то есть, если там накоп считается по среднему, в общем. Если вы не выполнили одно домашнее задание, а остальные написали на 10 баллов, то у вас, соответственно, будет там 5 шестых оценки. А в домашних заданиях у нас будет основная часть, за которую дается 8 баллов, и бонус за 2 балла. Вот, поэтому как бы мне объяснили, что 8 считается тоже, значит, пятеркой вышки, а 10 как бы это 5 с плюсом. Поэтому если хотите, значит, 5 с плюсом, то вот выполняйте бонусную часть тоже. Но она обычно не очень большая, но немножко отличается от основной. Вот, давайте сейчас я попробую снова связаться с Артемом, потому что что-то ничего не понятно с этой ссылкой, и тогда переподключусь.
Так, вроде бы мы разрешили эту ситуацию. Сейчас Артем подключится. Оказывается, предыдущий суд тоже работал. Он там уже читал лекцию. Ну вот видите, как вот это что-то с менеджером у нас не то происходит. А вот, ну, сейчас Артем переподключатся другие студенты с той лекции, и мы начнем. Так, вот он я. Так, Артем, отлично, отлично. Видишь, у нас тут сегодня. Да, вот я выгляжу вот так. Вот. Но я выключу видео, потому что чтобы канал не занимать. Вот. Так, ну давай я просто скажу про тебя пару слов. Да, скажи про меня пару слов, но я могу включить себя. Что Артем старший научный сотрудник Института проблем передачи информации. Вот, он занимается сборкой генома очень давно и очень профессионально, собирает такие самые сложные геномы растений полиплоидные. Вот, не знаю сейчас, насколько часто это бывает, но, в общем, он большой эксперт в алгоритмах. Вот, он больше вот уже в сторону алгоритмов, в сторону математики. Вот, поэтому сегодня вот расскажет про такую сложную задачу, как сборка геномов. Вот. Ну да, так, ну я на самом деле сильно в алгоритмы углубляться не буду. Я покажу много практических примеров, ну, некоторое количество, и так расскажу, как алгоритмы устроены, ну, как говорится, на пальцах. Вот. Так. Так, 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 так. Так, все видят мой экран. Вот. И Да. слышат меня. Так, все, я буду рассказывать про новую сборку геномов. Вот. Так. Давайте начнем. Значит, смотрите, вообще зачем нужна сборка геномов? То есть, если бы мы... погодите. Так. Так. Сейчас отключу телеграм. Прощения. Так, про новую сборку геномов. Значит, смотрите, если бы мы были в идеальном мире, допустим, мы нашли какую-нибудь невидимую зверушку, которую мы хотим изучать, и для этого нам нужен геном. Вот. И что бы мы сделали? Мы, значит, взяли ДНК из этой зверушки, капнули его на портативный USB-секвенатор, ну, то есть, который к компьютеру подключается через USB, то есть он такой маленький портативный, то есть мы в лесу где-то поймали зверушку и получили бы полные последовательности хромосом. К сожалению, мы не в идеальном мире, портативный USB-секвенатор у нас уже есть, вот эта стадия. Это как бы, вы, наверное, слышали про Oxford нанопор и про Minion-секвенатор. Но, к сожалению, он не выдает полной последовательности хромосом, поэтому нам вот на этой стадии нужна какая-нибудь программа, которая на данных, которые выдает на выходе секвенатор, получает полные последовательности хромосом. Вот что же происходит на самом деле? У нас есть несколько копий ДНК. Ну, то есть вот мы выделили ДНК, получили несколько копий. А секвенаторы не умеют работать с ДНК вот полностью, то есть со всей молекулой. Они могут работать только с фрагментами определенной длины. Поэтому ДНК фрагментируется. И на вход секвенатора попадают уже фрагменты. Причем там зависит от секвенатора, какой нам нужен фрагмент. И, соответственно, во время фрагментации мы теряем информацию о том, как эти фрагменты идут друг за другом. Вот. Окей, вот у нас есть фрагмент. Что с ним делает секвенатор? Разные виды секвенаторов на самом деле выдают разные виды данных. Вот, допустим, Illumina. Illumina умеет работать в двух режимах. Она может давать вам одинарные так называемые чтения и парные, paired-end чтения. Что такое одинарное чтение? Вот у нас есть фрагмент, и мы его читаем с одной стороны.
То есть мы вот не весь фрагмент читаем, а какой-то его фрагмент. На самом деле можем и весь, но как бы фрагменты чаще всего бывают длиннее, чем длина чтения. Вот. Либо Illumina может еще давать результат, то, что она может читать с двух сторон. То есть у нас получается так называемые парные чтения. Что такое парные чтения? Это вот два чтения, которые мы получаем на выходе. И значит, два чтения. И мы знаем, что эти два чтения с одного и того же фрагмента. Вот то, что они друг с другом связаны. Что-что? Ага. Вот на 100% или частично, или не перекрываются? Они могут перекрываться. Это зависит от размера фрагмента. Допустим, у разных секвенаторов есть разные режимы. Допустим, Illumina может как бы получать на вход фрагмент 400 пар нуклеотидов, ну, то есть в среднем фрагмент 400, а читать по 250 с обоих концов. В итоге получаются так называемые перекрывающиеся чтения. Вот. То есть он настраивается просто? Да-да-да, это настраивается. А вот стандартный режим – это у вас фрагмент 400, опять же, но вы читаете по 100 с обоих концов. То есть они не перекрываются. Да, еще надо знать, что мы вот не можем сказать, что мы хотим фрагмент 400. На самом деле у нас фрагменты как бы получаются из определенного распределения. То есть мы знаем среднее, и от него есть отклонение на 10-20%. Вот. Окей. Давайте теперь для того, чтобы разобраться, как работают сборщики, посмотрим на вот такой пример. Вот у нас есть две строчки из Руслана и Людмилы, и мы получим из нее фрагменты, так называемые чтения. Вот. Соответственно, вопрос. Как бы, как нам получить из вот этих фрагментов исходный набор, ну, исходные строчки? Что нам вот сделать с ними? У вас есть на вход такие чтения, и что вы будете делать, чтобы собрать исходную последовательность? Искать перекрытие. Да, все правильно, будете искать перекрытие, то есть выравнивание. Вот, то есть вот такое вот получится у вас выравнивание на самом деле. Что такое перекрытие? Это когда вы ищете у последовательности совпадение суффикса с префиксом. Ну, то есть у одного получается чтение, вы его сравниваете со всеми остальными и ищете с каким другим чтением суффикс этого чтения совпадает там на большую длину, например, и с большей точностью. То есть это вот какой-нибудь жадный способ. То есть вы не все перекрытия ищете, берете, а только наилучшие. Вот, как в данном случае. Ну и следующий этап, я думаю, понятен, то, что мы просто строим консенсус по вот этому выравниванию. И, допустим, если у нас есть опечатка какая-то, то есть ошибка, мы ее исправляем. Окей, ну на самом деле очень похожим образом работает так называемый overlap layout консенсус подход, основанный на графах перекрытий. Тоже у нас на входе всей процедуры имеются чтения. Вот. И на первом этапе мы для каждого чтения ищем перекрытие. Ну, тут уже понятно, что такое перекрытие. Там, если мы говорим, что мы ищем все возможные перекрытия, допустим, по одной букве, то там будет очень-очень их много. Там на самом деле ставят какой-то порог, во-первых, по размеру вот совпадающей области и по расстоянию Левенштейна между этими областями. Вот. И в итоге мы что имеем на входе? У нас имеются чтения, процедуры и перекрытие между ними. Вот. И мы строим такой граф, как раз граф перекрытий. Для того, чтобы построить граф, нам нужно определить два вида объектов. Первый объект – это вершины, второй объект – это связи между вершинами, так называемые ребра. Вершинами, очевидно, самый простой вариант. В качестве вершин мы можем взять просто-напросто чтение. Вот. То есть мы строим граф, и вот есть у нас там миллион чтений, и каждый из этих миллион чтений становится вершиной. Вот. И ребро мы проводим между двумя вершинами, если два рида, которые соответствуют этим вершинам, имеют перекрытие. Вот. Причем ребро проводим направленное, соответственно, от рида, у которого суффикс входит в перекрытие, до рида, у которого префикс входит в перекрытие. То есть это получается такой направленный граф.
Вот. Все, мы определили граф. У нас вершины – это чтение, ребра – это имеет информацию, то есть ребро – это как бы бинарное отношение, то есть если у нас два чтения перекрываются, между ними есть бинарное отношение, то между ними есть ребро. Вот. Ну, для нашего примера граф вот выглядит вот так. То есть вот для вот этого набора из 5 чтений. Хорошо. Ну, соответственно, возникает вопрос. Смотрите, как вы уже поняли, я думаю, что такое чтение? Чтение – это подстроки исходного генома. То есть, соответственно, вот геном, который мы собираем, он должен содержать в себе все чтения внутри, как подстроки. Вот имея такой граф, как вы думаете, какой путь здесь нужно найти, чтобы получить исходный геном? То есть какой путь нам нужно построить? Ну, такой, чтобы он включал все слова, все чтения. Ну, то есть... Вот вершины. В нашем случае вершины. Ну, то есть от верхнего слова к нижнему, и потом не направо, а налево. Ну, потом... вот у меня здесь есть пример, да. Ну, как вы и нарисовали. Да, вот так. Ну, здесь все очень просто, да. А теперь скажите мне, этот путь, который проходит через все вершины. Простая ли эта задача? То есть, есть ли какой-нибудь эффективный алгоритм для нее, и все ли хорошо? Ну, кажется, что это Гамильтонов путь, да. И это полная задача, поэтому да. Так просто решить. Все верно, все верно. У этого, как бы у этой формализации задачи сборки есть ключевая проблема. То, что она сводится к поиску гамильтонового пути. Ну или в случае прокариот, когда у нас кольцевой геном, то это к поиску гамильтонового цикла. Вот. И это NP-полная задача. И в общем случае у нас нет алгоритма, который красиво ищет путь через граф. Там. Вот. Но, однако же, и последняя стадия – это вот когда мы нашли этот путь, мы просто считаем консенсус, потому что очевидно, что путь у нас соответствует какому-то выравниванию. Но на самом деле есть алгоритмы, и их очень много, и вот с учетом наличия сейчас вот этих длинных чтений, вот этот подход имеет большую популярность. Во-первых, есть специальное преобразование вот этих графов перекрытий в так называемые стринг-графы, там убираются циклы на самом деле определенным образом. То есть там есть задача, которая сводит его к стринг-графу, и в стринг-графе это становится более простой задачей. То есть это становится задачей, для которой есть полиномиальный алгоритм. Вот. И сведение есть к этой задаче за полином времени для определенных видов графов. То есть не для всех видов графов, а для определенных видов графов. И как бы это как-то работает. Но все равно эта задача остается сложной. И, и еще главный питч этой задачи в том, что вот у нас есть секвенаторы. Они вот когда вот весь этот подход был придуман, было секвенирование по Сенгеру. У нас было не очень много чтений, там тысячи чтений. То есть граф содержал тысячи вершин. Более-менее все хорошо. А сейчас, когда секвенаторы стали более высокопроизводительными, у нас миллионы чтений. И графы просто вот на миллион чтений и на там большее количество связей еще тоже, там, на несколько миллионов ребер, это очень много, загружает память компьютеров, и с этими очень тяжело работать. Вот. Поэтому есть более эффективный способ сборки, который как раз был создан в момент появления... который как раз стал популярен в момент появления там Illumina, высокопроизводительных секвенаторов. Но на самом деле он тоже был создан раньше. Вот. До высокопроизводительного секвенирования была так называемая история секвенирования с помощью гибридизации. На чем она была основана? Знаете ли вы, что такое микрочипы? То есть кто-нибудь... Нужно ли объяснять вот вопрос? Да, знаю. Это было просто секвенирование с помощью микрочипов. Вот, как это делалось? Делался микрочип, который содержал все возможные сочетания проб длиной определенного размера.
Мы капали, соответственно, на этот микрочип ДНК, и у нас появлялась информация о том, каким, ну, каким подпоследовательностям длины, с какими гибридизируется наша проба, то есть, соответственно, наша целевая ДНК, какие содержат внутри себя подпоследовательности фиксированной длины. Вот. К сожалению, секвенирование с помощью гибридизации толком не взлетело. Не взлетело, потому что, как везде написано, проблема состояла в том, что не очень точно вся эта штука работает. Точность была недостаточная для секвенирования. Слишком много ошибок давалось. Но для сборки с вот этими данными, то, что, вот, допустим, мы знаем все возможные подпоследовательности заданной длины, то есть в биоинформатике они называются камерами, то есть это подпоследовательность длиной К. И вот задача просто собрать геном, зная все возможные подпоследовательности длиной К. Вот. Для вот этой задачи был придуман замечательный алгоритм, основанный на De Bruijn граф. В чем его идея? И как вот этот алгоритм на De Bruijn графах работает не на данных секвенирования с помощью гибридизации, а на данных обычного секвенирования, высокопроизводительного. Смотрите, задаемся, вот, например, смотрим не 5 меры. То есть, и вот у нас есть чтение. Мы просто берем, окошком по нему бежим и получаем все возможные 5 меры, которые есть в этом чтении. Вот. И так делаем для каждого чтения. И у нас как бы получается такой список 5 меров, которые у нас содержатся в нашем... Ну, убираем дупликаты, соответственно, то есть у нас каждые 5 мер должен встречаться один раз. То есть мы вот взяли все 5 меры, которые есть в наших чтениях, посчитали... В изначальной последовательности есть повторы. В смысле, в изначальной последовательности есть повторы? Ну вот-вот, которые у вас сверху нарисованы. А, Г, С, Т, А, С, А, Г, Т, Т, А, Т, Г, С. В смысле, вот это, верхнее. Да. Вот, вот это. Повторы, в смысле повторы? Нет, но вы говорите, что вот это же она символизирует, не знаю, изначальный геном, да? Ну, нет, это РИД, который у вас на входе. Ну, хорошо. Просто я, у вас же нет генома. Мы удаляем все повторы, а зачем? Я не понимаю, зачем? Удаляем все, мы не удаляем... Не-не-не, неправильно. Мы не удаляем все повторы. Мы считаем все камеры, и дальше у нас получается как бы спектр камеров. Да? То есть вот мы посчитали все возможные камеры, которые бывают, и удалили дупликаты. То есть если у нас еще в каком-то риде встречался вот этот камер, мы просто его берем один раз. Ну ладно. Ну, смотрите, да, как бы мы как бы теряем, вот на этом этапе мы теряем информацию о том, что этот камер встречался несколько раз. Хорошо, но это же не единственные данные, которые мы используем. Смотрите, что интересно. Вот если мы возьмем два чтения, да, которые перекрываются друг с другом, посмотрим на их камеры. Если они друг с другом перекрываются, то у них есть какой-то общий камер. То есть просто на основе информации о камерах мы можем узнать о том, что вот последовательности перекрываются. Понятно. Вот. И дальше делается еще одна операция. Вот мы посчитали камеры, и дальше мы из этой же последовательности считаем все возможные K+1 меры, которые у нас бывают. Вот. И если у нас два камера входят... Сейчас, я все-таки запуталась. Можно вопрос? Да. Вот изначальная последовательность, которая у нас самая длинная, она у нас чему соответствует? Одному прочтению? Так, вот изначальная последовательность, вот это соответствует одному прочтению. Да. На входе у нас прочтение. То есть как мы строим De Bruijn граф, если у нас на входе не геном, а имеется набор прочтений просто. А какая у нее обычная длина? Обычная длина 100 пар нуклеотидов, например. Ага, ладно, теперь понятно. Да, то есть вот мы сначала посчитали камеры, узнали, что у нас есть вот такой набор камеров, потом посчитали K+1 меры. Вот. Окей, то есть у нас на входе есть все камеры, которые встречаются в наборе ридов, и все K+1 меры, которые встречаются в наборе чтений. Ну, то есть, да, в наборе чтений, которые встречаются. Окей, теперь строим граф. Для того, чтобы построить граф, нам нужно определить, что есть вершины, что есть ребра. Вершинами у нас становятся камеры. А ребра у нас становятся K+1 мерами.
Ну, то есть в качестве ребер мы начинаем считать K+1 меры. То есть, и причем у нас опять получается направленное ребро от, получается, K-мера, который входит внутрь K+1 меры в качестве префикса, и до K-мера, который входит в K+1 меры в качестве суффикса. Вот. Строим такой граф. Понятно? До данного момента. Как строится граф? Да, да. Окей. Вот у нас получился такой граф. Возникает теперь вопрос, какой здесь нужно искать путь, чтобы получить нужный нам результат? Эйлер. Почему? Ну да, такого типа путей бывает два. Гамильтонов и Эйлеров. Почему здесь подходит Эйлеров, а там не подходил Эйлеров? Ну, кажется, что мы можем восстановить исходную последовательность по этому пути. А почему здесь? Ну, то есть очевидно, что Гамильтонов путь здесь тоже подходит, потому что у нас каждый камер это подпоследовательность, да? То есть, и поэтому, пройдя все подпоследовательности, все окей, мы тоже восстанавливаем. Но что здесь другое интересное появилось, что позволяет нам тоже так же считать? Ну, то есть ребра теперь тоже это какие-то тоже, последовательности. Да, к ребрам тоже привязаны подпоследовательности. В итоге мы можем найти Эйлеров путь, и ура! Как бы вот отличная формализация, вроде казалось все хорошо. Но смотрите, первая проблема этой формализации в том, что у нас есть параметр, да, и важно выбрать правильный параметр. Это как бы первая проблема. Смотрите, если мы выберем параметр слишком маленький, допустим, 2 вот здесь. Ну, вот сейчас я объясню этот пример. Этот пример очень простой. У нас есть два чтения, они перекрываются. Очевидно, что мы по этому перекрытию можем построить исходный геном по этим двум чтениям. И у нас все хорошо. Здесь находится замечательный Эйлеров путь. Она вообще в такую линейную, неразветвляющуюся последовательность вырождается. Все хорошо. При k равно 5. Но если мы берем k равно 2, ну, граф становится сложнее. И Эйлеров путь здесь найти уже сложнее. Если мы возьмем k слишком большой, то у нас это вообще все развалится на две несвязанные компоненты, и опять же мы не сможем собрать целевую последовательность. Ну, и вот тут пример по поводу того, что графы на самом деле выглядят вот так. То есть все сложно вот уже на этапе поиска Эйлерова пути. Ну и еще есть одна небольшая проблема. Она состоит в том, что, ну, казалось бы, мы свели все к полиномиальной задаче, да, то есть Эйлеров путь, известный алгоритм, еще Эйлер его придумал, как искать Эйлеров путь, вот. Но в чем состоит проблема? Вот достаточно старая уже статья 2010 года, тогда еще были, тогда еще Иллюмина читала фрагментами по 50 пар нуклеотидов, вот, и что люди сделали? Взяли все известные на тот момент прокариотические геномы, сделали для них Дебрюин-графы, причем с k равно 50, и посчитали количество Эйлеровых путей в каждом из этих графов. И можно увидеть, что вот есть бактериальные геномы, в которых вот где-то вот столько возможных Эйлеровых путей. Вот. Ну, то есть если мы нашли в этом Дебрюин-графе какой-то Эйлеров путь, это не значит, что это искомый Эйлеров путь, вот, который соответствует исходному геному. Потому что, может быть, есть альтернативный Эйлеров путь. Их может быть достаточно много. И в результате задача реконструкции генома в итоге сводится к поиску всех Эйлеровых путей в графе, что есть NP-полная задача. Опять же, вот. Что есть плохо. Но основным преимуществом этого подхода является то, что у нас граф не так быстро растет в зависимости от количества чтений. Потому что мы здесь в качестве объектов используем камеры. А количество камеров, оно ограничено. То есть вот с определенным k оно просто ограничено. То есть у нас граф получается с ограниченным количеством ребер и вершин вне зависимости от количества чтений, которые мы на вход процедуры подаем. Кстати, эти алгоритмы просто более эффективны по памяти, то есть которые основаны на Дебрюин графах, и позволяют собирать большие геномы. Вот. А в чем проблема, почему вот происходит вот такая история? Ну, на самом деле, во-первых, есть ошибки в чтениях,
которые приводят к ошибочным топологическим структурам в графах. А во-вторых, главный бич – это повторы. То есть у нас в геноме есть повторы, в результате у нас граф можно обходить несколькими разными способами просто-напросто. Там в нем циклы какие-нибудь образуются, циклы можно обходить тоже кучей разных способов, и в итоге у нас граф сильно усложняется, и просто поиском Эйлерова пути его не получится собирать. Вот. Что такое повтор? Ну, это участок ДНК, который встречается больше одного раза в геномной последовательности. Причем, заметьте, в данном случае для... Вот так, у меня есть там что-нибудь эту тему. Вот пример повтора. И что происходит с повтором, какой он эффект оказывает на сборку. Смотрите, в чем проблема. Проблема в том, что повтор, который важен для сборки, это не любой повтор, который встречается в геноме, не любого размера, а только повтор, который по длине больше длины самого длинного рида. Вот. То есть, иными словами, у нас нету чтения, у нас нету рида, который полностью обходит повтор и соединяет неповторяющуюся последовательность там слева повтора, стороны повтора, с неповторяющейся последовательностью с правой стороны повтора. Вот. В итоге мы просто не можем, зная вот эти риды, понять, во-первых, сколько раз повтор встречается и в какие части генома его нужно соотнести. Вот. И настоящие сборщики, они просто находят такие последовательности, выделяют в отдельные структуры. А уникальные последовательности тоже в отдельные. У нас как бы не получается большой геном собранный, но у нас получается как бы набор контигов. Вот. Но они все равно длиннее, чем длина чтения. Вот. Как на самом деле работает сборщик? Вот. Это достаточно старый сборщик на самом деле, но он все еще хорошо используется, потому что он занимает очень мало памяти. Ну, то есть для его работы нужны не безумные 2-3 терабайта оперативной памяти, а нужно там более-менее ограниченное количество в размере 300-500 гигабайт для сборки там, генома человека, например, из там, 100 миллионов чтений. Вот. Как он работает? Вот у вас есть... Ну, он строит Де-Брюйн-граф прежде всего. Вот есть набор чтений, строится Де-Брюйн-граф. Причем самое интересное, что здесь не нарисовано, что известно же, что у нас геном, он состоит из прямой нити и обратной нити. И когда мы секвенируем, у нас двухнитевая молекула ДНК, и риды у нас бывают, ну, как бы, они случайно то с одной нити, то с другой. Вот. Если мы с этим ничего не будем делать, у нас просто соберется как бы кусочки с одной нити и кусочки с другой нити. Поэтому для каждого чтения еще добавляют его реверс-комплимент. И алгоритмы обычно пытаются собрать обе нити вместе из вот этих вот кусочков. Окей. Собрав Де-Брюйн-граф, мы просто что делаем? Мы находим там определенные топологические структуры, и делаем, ну, и как-то их упрощаем. Допустим, если у нас есть вот такие пузырьки, они с чем могут быть связаны? Они могут быть связаны с ошибками в чтениях. То есть у нас вот есть чтение, которое соответствует, есть много чтений, которые соответствуют вот этому пути, есть там 1-2 чтения, в которых произошла ошибка секвенирования, и здесь какая-то альтернативная буква просто-напросто. Ну, зная вот информацию о покрытии вот этих путей, мы можем просто удалить неправильный путь. Вот. Ну и также вот какие-нибудь ребра, которые там встречаются, ну, которые соответствуют и встречаются в одном чтении, их тоже можно удалить из графа. Таким образом, граф уменьшается в размерах и упрощается. В итоге у нас получается какой-нибудь совсем простой граф. И, значит, все неразветвляющие участки в этом графе объединяются. То есть у нас есть вот набор друг с другом подряд идущих ребер и подряд идущих вершин между ними. Просто остается одна вершина, и ребро между этой вершиной и местом разветвления этому ребру соответствует последовательность, которая, ну, просто конкатенация последовательностей соответствующих объединяемым ребрам.
Вот. И вот мы доходим до такой структуры. Дальше мы ничего упрощать не можем. И мы просто берем и разрезаем по разветвляющимся вершинам этот граф, и каждая из ребер у нас становится отдельной последовательностью, которая является контигом. Все, первым результатом сборки – это вот контиг. Это какая-то более длинная, чем размер чтения под последовательность исходного генома. Но для сборщиков, основанных на Debreuen-графах, вот этот размер контига, он... ну, кстати, еще одно замечание. Если у вас граф перекрытий, с ним делается практически то же самое. Ну, просто берется другой граф, но, опять же, там находятся похожие топологические структуры, они упрощаются, получаем, опять же, вот какие-то разветвления, разрезаем и тоже получаем набор контигов. Вот. Но что интересно для Debreuen-графа, так как мы исходные чтения порезали на камеры, которые короче, чем чтение, у нас могут получаться контиги, которые меньше длины чтения. Вот. Так бывает для алгоритмов, основанных на Debreuen-графах. Ну, так. Вот про контиги. Что это такое? Это непрерывные однозначные фрагменты, собираемые ДНК последовательности. Они могут соответствовать вот как раз точкам принятия решений чаще всего. Потом, если у вас недостаточное покрытие, у вас просто какие-то области отсутствуют в графе, у вас просто будут не связанные компоненты графа, и каждый из них будет соответствовать, соответственно, своему набору контигов. Вот. Окей. И что еще важно, на данном этапе мы не использовали информацию о том, что риды у нас могут быть парными. Все это делалось просто из одиночных чтений. Вот. Опять вернемся к идее, что вот у нас есть фрагмент, его мы можем читать с одного конца, можем считать с двух концов. Сейчас мы считали, что вот у нас есть одноконцевые чтения. То есть мы вот эту информацию не использовали. Просто-напросто свалили все парные чтения в кучу и из них собирали геном. Но вот информацию о парных чтениях мы теперь можем использовать. Использовать очень просто. Вот у нас есть контиги собранные, и у нас есть парные чтения, которые соответствуют разным контигам, например. И мы можем знать, что вот один член пары находится в одном контиге, другой в другом. И между ними есть связь. В итоге мы можем, зная эту информацию, просто контиги расставить друг за другом в такую структуру, которая называется скафолд. Это как бы просто проориентированный друг относительно друга контиги. Вот. Это как бы следующий этап сборки скафолдинг. Так, про парные чтения. Какие бывают парные чтения? Какие бывают фрагменты. Вот, например, при сборке генома мухоловки, который вот размером 1,1 гигабазы, использовались вот такие библиотеки. То есть это вот пример библиотек, которые размеров фрагментов, которые используются при сборке. То есть есть совсем коротенькие фрагменты, и есть длинные там на 21 тысячу пар нуклеотидов. Вот. Сейчас, а можно вопрос? Если у нас парно-концевое чтение, ну, в смысле, нет, даже не парно-концевое чтение, а просто вот идея того, что мы геном читаем, ну, как бы по плюс и минус цепи, и мы не знаем, какая есть какая. У нас же так, неужели можно все равно как бы эйдеры в путь там искать? А у нас мы можем как сделать? Мы можем просто реверс-комплименты всех чтений посчитать и собирать два генома. У нас тогда двойной... А, окей. Понятно. Это просто два эйлеровых пути, просто они в разные стороны. Ладно, да, понятно. А, нет, там делается, да, можно сделать вот так, а можно просто вообще сдвоенные сделать вершины. То есть одной вершине соответствует рид и ее реверс-комплимент. И, соответственно, у нас как бы такой сдвоенный граф получается. Угу. Это вот программа Velvet, она делает вот такой сдвоенный граф. Сейчас еще, на самом деле, вопрос более... экспериментальный. Вот неужели мы совсем не можем контролировать, какую цепь мы читаем, синтезируем? Мы же, у нас это дорого и бессмысленно для сборки. В сборке геномов это не используется. Я думаю, это можно делать, но
Понятно. То есть посчитать проще, чем правильно прочитать. Да. Ладно, понятно. Вот. Смотрите, значит, я потом расскажу, в чем отличие. Вот это парно-концевые чтения, это made pairs чтения. Я расскажу, как они получаются. Это немножко разная история, но чуть дальше. У меня на эту тему будет слайд, вот, и чем они отличаются. То есть, потому что как бы исходные библиотеки, размером до 500 пар нуклеотидов, вот стандартной химии, которая делается, и это вся история про Иллюмину, вот, прошу отметить. Потому что парно-концевые чтения и made pairs – это все история про сборки с помощью Иллюмины. Вот. Окей, следующая история про N50. Ну, прежде чем я буду дальше рассказывать, нужно сказать такой параметр для оценки качества сборки – N50. Что такое N50? Ну, вот здесь есть определение, могу рассказать, как оно считается. Вот здесь на примере генома человека 37-го. Геном человека просто состоит из собранных хромосом, да, представили. Значит, берем эти собранные хромосомы, сортируем по длине. Вот. И начинаем просто вот брать и самого большого контига, соединять их, соединять, 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 так пока мы вот, не станем больше 50% размера генома. Ну, не размера генома, а на самом деле размера сборки. То есть N50 – это вот… Сначала мы что? Мы сначала считаем тотальную длину сборки, то есть сумму длин всех контигов. Вот у нас есть длина сборки. Вот. Потом сортируем контиги и, начиная с самого большого, начинаем их суммировать, их длины. Пока мы не достигнем 50% длины генома. Длины сборки. Тьфу ты. Вот. Это важно, кстати. И как раз вот последний контиг, который мы добавляли вот в эту нашу сумму, и является его длина и является N50. То есть N50 что значит? Что у нас в сборке 50% контигов, 50% длины сборки, составленной из контигов, больше этой длины. Вот. Просто-напросто. Что значит этот параметр? Есть еще параметр NG50. И там вот как раз используется не суммарная длина сборки, а оценочная длина генома. Вот. Просто-напросто. То есть NG50 – это значит, что 50% оценочной длины генома составлено контигами больше этой длины. Понятно? А как у нас тогда весь геном покрывается? Ну, смотрите, вот у вас есть... Не покрыть тогда будет, если остальные 50%... Да нет, это имеется в виду сборка. Вот у вас сборка состоит из контигов, да? И вот у вас это означает, что вот если у вас суммарная длина контигов, вы посчитали. И это просто означает, что больше 50% суммарной длины контигов, она больше вот этой длины. Непонятно. Ну, может быть, понятно. Это как бы оценка, насколько хорошо собрался геном, насколько в длинные последовательности он собрался. Почему, как это связано с качеством, не очень понятно. Ну, с качеством связано просто. Чем длиннее у вас получились контиги, тем лучше. Соответственно, чем длиннее у вас, чем больше N50, тем лучше. То есть чем больше вот эта длина вот этого контига, тем, значит, больше длины контигов, которые составляют 50% генома. Есть еще параметр N90, который говорит о том, что, да, вот, что 90%. То есть просто, как это, все решили почему-то использовать 50%. Не знаю, почему так принято. Чаще всего говорят про N50, но можно посчитать там от N10, ну, то есть от N1 до N99. Не возбраняется. Вот. И как программа Quast, которая оценивает качество сборки, она вам график строит всех N, которые бывают для этого генома. Окей. Хорошо. Давайте теперь пример.
А пример будет вот сборка генома сельдерея. То есть это такая недавно сделанная сборка. В чем интересен этот пример? Потому что люди что взяли? Люди взяли только данные Illumina. Ну, вот только вот классический вариант. Не брали ни Oxford Nanopore данные, нет. Просто взяли вот эти данные Illumina, о которых мы сейчас говорим. Парные чтения они, очевидно, взяли. И так. И вот такие вот у них длины фрагментов были. И вот еще параметр покрытия. Покрытие – это сколько раз вот этой библиотекой прочитан геном. Ну, то есть вот у вас есть геном, какая-то оценочная длина, и вот у вас данных в этой библиотеке в столько-то раз больше, чем вот эта оценочная длина генома. Вот. Для сборки они использовали как раз программу SAP De Novo, про которую я рассказывал, там ее вторую версию. Про триминг ридов вам рассказывали. Там удаление адаптеров. Ну, понятно, о чем речь. Да, ну, собственно, вот это делали с помощью программы CatAdap. Там Trimomatic, может быть, слышали, еще есть популярная программа, есть программа CatAdap. И вот еще история про GapCloser. GapCloser – это штука, которая, вот когда у вас есть скафолды, у вас между кондигами есть неизвестная область. Ну, то есть вы не знаете, какие там нуклеотиды. Вы их просто скафолды расставили друг за другом, но что между скафолдами, вы не знаете. Программа GapCloser как раз занимается тем, что заполняет вот эти так называемые гэпы. Вот. Вот такой простой пайплайн. И что получается с такими данными? Геном, размер генома 2 гигабазы. И самый интересный параметр – это N50. Вот у вас есть N50 контигов, их получилось 500. N50 – 13 килобаз. И... А нет, это минимальный. Вот. Так, а где количество? Вот, N-number. 500 – это минимальная длина. Значит, количество контигов у вас 648 тысяч получилось. А количество скафолдов... Что у меня какая-то опечатка должна быть наоборот. 280 тысяч, наверное. 212 – это опечатка, мне надо ее исправить. Тут 280 тысяч скафолдов получилось. Вот. И можно увидеть, что вот при переходе от контигов к скафолдам у вас где-то длина вот этих последовательностей N50 увеличилась в 3 раза. Вот. Ну, и вот N90. То есть у вас 90% генома сборки где-то в контигах больше 1000 пар нуклеотидов. Скажите мне, хорошая ли это сборка? Вот. Ну, на ваш взгляд, вот вы посмотрите, вам выдали для работы такой геном, что у вас типа большая часть генома где-то в последовательностях длиной 4000 там. Вот. Ну так, есть какая-нибудь идея? Хорошо. Мне кажется, что хорошо. А почему? Ну, это больше, ну, зависит, наверное, от длины изначального генома, но тут как бы... А вот есть подсказка. Вот сейчас вопрос, а что вы хотите делать с геномом дальше? Хорошо, вот я не задал вопрос. Вот есть геном, это набор, ну, текст в четырехбуквенном алфавите. Что вам хочется сделать с геномом дальше? Можем дерево построить, используя его. Да, хорошо, можно построить дерево, окей. Но, правда, дерево лучше строить не по геному. Можно проанотировать. Да, проанотировать, найти гены. То есть вот вы сразу хотите искать гены. Соответственно, для того, чтобы понять, хороший у вас геном, неплохой, вам нужно понять, у вас контиги-то вообще размером, ну, то есть или скафолд размером с ген попадают как-то, или у вас просто один ген окажется развален по нескольким скафолдам. Ну, вот здесь вот они показывают оптимистичную картинку, что у них средняя длина гена 3267, и, ну, вот они сделали аннотацию. Вот у них, смотрите, скафолд длиной 4841 и средняя длина гена 3267. Мы не знаем, какие там настоящие гены, потому что это сборка генома сельдерея первая, и вроде лучше нету, вот, на самом деле. Но можно заметить, что вот средняя длина гена у них четко соответствует размеру скафолда.
Ну, то есть они рядом находятся. То есть вы просто не можете программой аннотации восстановить гены, которые будут просто длиннее контигов, которые, или скафолдов, которые у вас есть. Ну, то есть, вот. то есть мы не находим гены, которые, условно говоря, больше 4841. Ну, мы можем много генов не найти, потому что область, где он находится, такой ген, может быть разбита на маленькие скафолды, и вы ничего не сможете сделать. Mm. Вот. Соответственно, это... А можно вообще вопрос? А откуда у нас вообще берутся такие большие дырки? Ну, как бы идея уже в том, что они, ну, вообще-то их по-хорошему не должно быть. В смысле дырки откуда большие берутся? Ну, в смысле между контигами, если, ну, как бы если он не... Потому что повторы есть. Я же говорю, повторы, они усложняют граф, там получается несколько реконструкций, и вы просто не можете однозначно реконструировать вот, то, геном. По сути говоря, скорее всего, если... На повторах у вас рвется сборка, то есть у вас хорошо, вот есть скафолд, повтор, а потом опять скафолд. Вот. И вот на повтор взорвалось. Понятно. Вот. И так как это риды и люмины, они короткие, и значит большая часть повторов длиной больше, чем длина и люмины, они влияют на сборку. То есть чем плоха вот иллюмина для сборки и почему получается? Вот это, кстати, самый типичный геном. Если у вас есть, ну, у вас есть задача собрать геном, и вы, у вас есть только данные иллюмины. И геном этот, геном эукариот, не прокариот, там все несколько проще. Вот. То вы точно можете сказать, что у вас получится где-то вот такие приблизительные результаты сборки. Лучше у вас не получится. Сколько бы вы иллюмины не наделали, сколько бы вы покрытия не сделали, у вас все равно получится скафолды где-то 30-40 тысяч, ну максимум N50-100 тысяч, и контиги получится в районе 11-12 тысяч N50. И гены вы сможете находить только там до 3 тысяч пар нуклеотидов, не больше. Вот. Это как бы оценка того, что вы можете получить из данных иллюмины. Хорошо. Значит, данные иллюмины отстой, но что можно с ними еще сделать? Вот есть очень старый проект, он начался в начале 2000-х, по сборке генома морковки. Вот. И закончился он в 2016 году. Опять же, у них было много иллюмины, ну, то есть вот разные длинные вставки. Плюс у них есть была древняя технология, которую сейчас никто не использует. Это так называемые сенгеровские бак-клоны. То есть для иерархического шотгана. Что это такое? У вас, значит, геном делился на большие фрагменты. Там, я не помню, средние длины, но на большие фрагменты. Вот. И дальше у вас секвенирование шло вот этих небольших фрагментов. То есть вот вы просто собирали какие-то большие фрагменты там на 100 тысяч пар нуклеотидов, например. И дальше вот у вас были сборки этих 100 тысяч пар нуклеотидов фрагментов, вы их друг относительно друга выстраивали и окей. Вот. Это древняя технология, сейчас никто ее не использует. Размер генома, кстати, не такой большой, 440 миллионов пар нуклеотидов. Что делали люди? Опять использовали Swap de Novo, GapCloser для иллюмины. У них получилось, смотрите, видите, N50? 787 тысяч. И заметьте, вот длина генома 440 миллионов пар нуклеотидов. Для вот такого генома у вас N50 будет получаться вот такой. Если вы возьмете чуть поменьше геном, у вас лучше будет собираться геном в больше N50. Вот. Это тоже такой закон, что для геномов где-то 100 мегабаз иллюмина будет давать N50 побольше. То есть там уже более-менее приличный. Вот такой. А если вы возьмете большой геном, там геном человека, например, у вас получится вот такая вот мелкие последовательности. Это связано как раз с концентрацией повторов. То есть в морковке просто меньше повторов, чем в сельдерее. У сельдерея такой большой геном, потому что он набит просто повторами. В итоге вы получаете плохую сборку. Вот. Но, опять же, вот это вот не размеры хромосом. Известно, что в морковке 9 хромосом. Люди хотели добить этот геном уже. Вот они его там, допустим, с 2005 года собирают, 11 лет, они хотели его довести до собранных хромосом. Что они делали? Они делали так называемую linkage map. Это генетическая карта. Собственно, как она работает? Вот у нас есть морковка папа, морковка мама, их скрещивают, получают первое поколение, потом первое поколение обычно скрещивают с самим собой, получают второе поколение и изучают, какие области рекомбинируют чаще, какие реже в геноме. То есть это строит такой, потом второе поколение секвенируют, находят там SNP, вот, и как бы по
расстояние между этими СНП в разных маркерах, то есть можно понять, какие части генома как идут друг за другом в хромосоме. Вот. Окей. И на основе этого собираются легко и просто хромосомы. То есть, что я хочу вот этим примером до вас донести. То, что для того, чтобы собрать хромосомы, вам недостаточно просто взять данные Illumina. Вы хотя и получите какую-то сборку, но опять же, это будут не собранные хромосомы. А вам нужна еще какая-то дополнительная технология, какие-то дополнительные данные, в данном случае генетическая карта. Это подходит для растений, но это совсем не подходит для животных, например. Такое вы для животных сделать не можете. Вот. И с помощью этого вы можете получить вот как раз сборку до хромосом. Что же можно делать, допустим, для животных? Первая идея – это взять данные технологии третьего поколения, например, Pacific Bioscience. Вот. Сейчас уже, вот, кстати, картинка не очень актуальна, потому что так уже не делают. Почему? Потому что как бы она стала дешевле, распространеннее. В результате мы можем получать Pacific Bioscience с большим покрытием, то есть больше 50 раз. И это позволяет не ухищряться там с исправлением ошибок с помощью Illumina и так далее, с вот этими методами, а позволяет прям вот взять данные там Oxford Nanopore либо Pacific Bioscience, и из них собирать геном. Получается достаточно хорошо. Вот смотрите. Опять трава, как пример. Почему примеры растения? Потому что сейчас больше собирают растений. Потому что как бы вот когда была эпоха Бак и Сенгера, насобирали кучу животных. То есть млекопитающих насобирали кучу. А растений как раз было тяжело собирать, потому что геномы у них большие, куча повторов, и из ридов Illumina их собирать тяжело. А вот из Pacific Bioscience, где у вас вот длина чтения огромная, их собирать проще. Ну вот, трава опять достаточно небольшая, по геному тоже 250 мегабаз. И для нее получены данные для Pacific Bioscience. Вот. И посмотрите на график. Видите N50 здесь? N50 – это N50 набора чтений. То есть вот просто чтения, которые на входе в ваши процедуры, они где-то 16 тысяч пар нуклеотидов. А теперь давайте вернемся чуть на слайд назад и посмотрим на N50 сборки 13 тысяч. То есть на входе вот этой процедуры сборки из Pacific Bioscience данных у вас уже контиги, то есть риды длиной с контиги, которые получаются из Illumina. Вот. Это первое преимущество Pacific Bioscience. Вот. И вторая история, что получается на выходе. Самое интересное, что вот это вот 2015 год, ну, это уже достаточно далеко от текущего момента, на самом деле. Но на тот момент статья по сборке, если она выходит в Nature, это было странно. Потому что как бы там сборка человека в 2000 году вышла в Nature и в Science. Это было круто. Но уже к 2015 году было уже огромное количество сборок сделано. И как бы статья, посвященная сборке, уже неинтересна. И в настоящем Nature это не выходит. А здесь вышло. Почему? Потому что это первая статья, когда собирали и отлично собрали с использованием Pacific Bioscience. И что здесь интересно, то что вот выход получил 625 контигов, и N50 контигов был 2 мегабазы. То есть не 14 тысяч килобаз там, и даже не 700 тысяч, а 2 мегабазы. Это просто контиги без скафолдинга, потому что там нет парных чтений, на самом деле мы просто с помощью PacBio. И на самом деле это где-то половина хромосомы уже собралась. Половина, треть хромосомы в один контиг. Это очень большое достижение. Настолько лучше за счет того, что просто длина... Длинные риды, да. Да-да-да. Потому что вы уже не обращаете внимания на короткие повторы. А что это за метод такой? В чем, ну, в смысле, молекулярно просто, в смысле, что там происходит? Для Pacific Bioscience как работает? Да.
Да. Там на основе стоячей волны читается нуклеотиды. Я не могу рассказать про физику, как это работает, честно говоря, потому что там, ну, мне надо подготовиться, чтобы это рассказать. Я знаю, что этот метод основан на считывании информации о стоячей волне. Там вот ДНК находится и считывают, ну, то есть считывают какую-то световую волну, которая взаимодействует с ДНК, в общем. И получается большие Артем, фрагменты читать. Артем, я правильно понимаю, что это просто... Или я ошибаюсь, да. Ребят, да, скажи. Смотрите, у нас на следующей лекции будет Анатолий Зубрицкий. Он эксперт по мокрой биологии. Вот, он расскажет, я скажу ему, чтобы он рассказал про метод Пагбайо с точки зрения биологии. А про Оксфорд на напор вы знаете, как с... происходит? Ну, вот немножко... Это мы в прошлый раз обсуждали. Да, рассказываю. Ну, отлично. Расскажите, да, про Pacific Bioscience, потому что тоже интересно. И технология, она не умирает. То есть Оксфорд на напор ее не вытесняет. Для сборки геномов Пагбайо это намного лучше. Почему? Потому что если вы знаете про Оксфорд на напор, знаете, что мини-ион дает очень мало ридов. А для сборки геномов надо много ридов. А Pacific Bioscience дает много ридов. Вот. Дешевле на нем просто получать длинные риды. Они короче, чем у Oxford на напор, но их больше. И это для сборки используется лучше. Вот. Так что, то есть да, он тоже относится к какому-то третьему поколению? Да, да. Single molecule. Как они называются? Single molecule real-time sequencing. В общем, это называется как-то SMRT. Single molecule real-time sequencing. Во. Вот как они эту штуку называют у себя. Вот. Окей. Хорошо. Так, но на самом деле сборки, опять же, посмотрите на цифры, все отлично. Треть хромосом мы собрали. Но, опять же, Pacific Bioscience не позволяет нам собирать хромосомы. То есть, ну, треть хромосом мы собрали, отлично. Но, как бы, биологи люди такие, что они хотят вот получить хромосомы. Вот мы хотим собрать геном, да, хромосом. Я понимаю, что там гены уже можно спокойно изучать, ничего страшного с этим не будет, геномы уже длинные, но всем хочется, вот, чтобы у нас были собраны хромосомы. И для этого есть еще несколько технологий. Вкратце про них скажу. Первая технология фирмы BioNanoGenomics – это рестрикционные карты ультравысокого разрешения. То есть у нас есть сайты рестрикции. Мы можем их найти в контигах, которые у нас получились. И, соответственно, мы можем наблюдать размеры вот этих фрагментов рестрикционных, которые получаются после того, как мы порезали по сайтам рестрикции геном. И, используя эту информацию, мы можем контиги просто расставить друг за другом внутри хромосомы. И еще есть скафолдинг с помощью HiSeq. То есть в чем идея? Идея простая в том, что у нас вот есть карта HiSeq. Это, соответственно, буду же про HiSeq рассказывать, да, потом? Артем, да, видимо, это будет в следующем году. То есть в третьем... Да, это следующие два модуля. То есть у них будет это потом. Да, потом. Ну, собственно, быстро, просто расскажу, чтобы тоже самому не совраться и не наговорить чуши. Это история про межхромосомные контакты. И самое интересное, что контакты между областями, которые друг за дружкой идут внутри хромосомы, они достаточно сильные. И мы можем вот эту информацию использовать для скафолдинга, то есть для сборки. То есть мы вот изучаем межхромосомные контакты и видим вот эту сильный сигнал выше, чем остальные контакты для фрагментов, которые идут друг за другом в хромосоме. Вот. И эту информацию используют для скафолдинга. Самый популярный метод на данный момент, вот текущая самая модная история, это скафолдинг с помощью HiSeq. Вот. Ну, сейчас давайте я на примере расскажу. Вот тут тоже была история со сборки травы в январе прошлого года она вышла. Здесь был просто бенчмарк разных методов. То есть вот они использовали
вот здесь табличка такая, здесь разные виды сборок, здесь опять у нас есть N50 контигов, N50 скафолдов, количество скафолдов получившихся, количество контигов. Какие у них были варианты? Был PacBio только, потом было вот это Bio Nano Genomics, оптическая карта высокого разрешения, по которой рассказывал, потом PacBio с помощью и оптической карты, PacBio и HiC, PacBio и HiC оптическая карта, что-то они здесь с HiC еще дополнительное делали. Вот. Какой-то extended метод получается. Вот. А, нет, тут просто переставленные разные методы скафолдинга. И плюс еще PacBio Optical Mapping, HiC и PubiJelly. Что такое PubiJelly? Это когда еще скафолдинг с помощью ридов PacBio делается в конце. Вот. А, смотрите. Ну, вот этот самый-самый крутой метод. Последний, который использовал все данные вот в этом порядке, он нам давал 31 контиг. Вот. И после скафолдинга вот этого получалось 13 хромосом. То есть у нас был 31 контиг, и они потом скафолдились 13 хромосом, и все окей. То есть здесь все получалось. Вот. И если посмотреть на... Самое интересное — это сравнение PacBio и оптической карты, и PacBio и HiC. С оптической картой получается чуть хуже, чем у HiC. То есть HiC позволяет получить более длинные последовательности. Вот. То есть на самом деле ни у кого нету всего набора методов. Все обычно выбирают либо HiC, либо оптическая карта. Исходя из этого бенчмарка, получалось, что вот этот подход, что мы делаем PacBio плюс делаем HiC, дает наилучшие сборки на данный момент. Вот. По последним моим данным утверждается, что HiC шумная и оптическая карта дает более точные сборки. Вот. Поэтому в данном месте присутствует дискуссия. И точно сказать, что лучше, невозможно. Вот. Наверное, можно найти статью, где будет наоборот. Оптическая карта будет побеждать HiC. Ну, и вот еще картинка результата сборки с помощью HiC. Сейчас в статьях, если возьмете там новые статьи по сборкам геномов, то во всех вы увидите вот такие картинки. Это, собственно, карты контактов внутри хромосом. Вот. Видно, что вот люди показывают, что у них вот собралась вот эта диагональ с самым сильным сигналом, и она вот красивая, хорошая, и все окей. Вот. Ну, можно вот это... Да. Вот... Я, пока мы смотрели эти таблички, я везде заметила, что количество NP50 по скафолдам всегда больше, чем по контигам. Да, правильно. Я не знаю, с чем это связано, почему это так. Так, сейчас, ну, вернусь. Так, коллеги, а сколько у нас осталось времени? 8 минут? Артем, ну... Продолжай, у нас потом домашняя работа будет в 12:40 семинар, но сдвинем, ничего страшного, там не так много. Да, у меня уже конец, в принципе, просто да. Ну, рассказывай, там как кончишь, так кончишь. Смотрите, что такое скафолд? Еще раз повторю, наверное, не поняли. Вот у нас после сборки, вот этой я рассказывал, Debrin Graph и... графы перекрытий, у нас получился набор контигов. А скафолд – это контиги, объединенные в группы и расставленные друг за другом. Поэтому по определению скафолд – это совокупность контигов. То есть эта штука длиннее. Нет, это понятно. Просто у меня сложилось понимание, что у нас либо то, либо другое может быть только. Ну, то есть как бы у нас... Нет, сначала получаете контиги, потом получаете скафолды. Контиг – это промежуточная стадия сборки. Обычно. То есть это вот взяли PacBio, засунули в программу сборки канул, там, например, получили контиги. Вот. А потом взяли HiC данные, взяли контиги и сделали из них хромосомы, там, более длинные штуки. И это скафолды. То есть это именно промежуточная стадия? Это... Ну, промежуточная стадия, да. Ладно, смотрите еще, в чем деталь. У вас в скафолдах чуть-чуть грязнее история, потому что у вас есть N-ки между контигами. То есть у вас не особо точные данные. Вот.
Ну, то есть, тьфу ты, не точный. У вас есть пропуски данных внутри. То есть у вас есть вот... В чем проблема? У вас есть вот контик и еще контик. И между ними есть область, в которой вы не знаете что. Ну, то есть там просто неизвестная информация. Если у вас ген вдруг распался на два контига, то скафолд вам не поможет, потому что у вас получится, что внутри гена у вас есть неизвестная последовательность. То есть если она попала в интрон, это более-менее хорошо, но если она в экзоне, то значит у вас есть как бы ген, у которого как бы предсказанная последовательность белка содержит неизвестную область в середине. Вот, что есть плохо. То есть скафолд – это более грязная штука, чем контик на самом деле. И некоторые люди просто любят искать гены, например, только в контигах. Ну, то есть они аннотацию запускают на контигах. Вот. Окей, теперь практическая история. Ну, немного про то, что если вам вы хотите собирать сборку, что нужно делать. Вот. Ну, во-первых, вот тут данные о том, что нужно знать, когда вот вы получили данные, там, FASTQ-файл, в котором содержатся риды, и вы хотите что-то собирать. Что нужно спросить у провайдеров данных? Нужно спросить про технологию секвенирования, про длину вставки точно. То есть, потому что программы-сборщики, они хотят знать длину вставки. Вот. Потом нужно знать покрытие и имеется ли загрязнение. То есть как бы экспериментатор должен вам сказать, что там вероятность загрязнения большая. Допустим, вот у нас был объект, который мы собирали, это медицинская пиявка. Медицинская пиявка чем плоха? В том, что она загрязнена бактериями. То есть никак очистить пиявку от бактерий невозможно. То есть когда мы ее секвенируем, у нас в ДНК пиявки обязательно есть еще загрязнение бактериями. Отделить их нельзя. Это нужно делать как-то на, ну, на стадии обработки данных. Вот. Так, про покрытие. Ну, про покрытие я говорил, что это такой параметр, который говорит о том, сколько раз мы прочитали геном. Вот. Но причем надо понимать, что вот когда говорят покрытие библиотеки, это имеется в виду вот эта картинка. То есть мы считаем, что мы прочитали их равномерно. На самом деле у нас некоторые области покрыты хорошо, а некоторые области плохо. Там почему это происходит, это зависит от технологии секвенирования. У Illumina есть история с GC-контентом, что из-за различных значений GC-контента у нас разное покрытие бывает разных областей. Вот. Ну и как покрытие влияет на N50? То есть это главный вопрос, который задают экспериментаторы, сколько нам нужно секвенировать. На самом деле вот для Illumina, как я показывал, сколько бы вы ни наделали данных Illumina одинакового длины рида, больше 50 на самом деле покрытие не нужно. То есть вот тут есть отличный график, который показывает, что там где-то в районе 30 вы выходите на плато. Вот. И дальше вы просто не можете обойти повторы. Вам 30-кратного покрытия достаточно для того, чтобы увидеть все области генома. А дальше вы упираетесь в то, что вы не можете собрать геном из-за того, что у вас длина чтения меньше повтора, и программа-сборщик просто однозначно не может построить континент. Вот. Так. По поводу подготовки чтений. Ну, первая история, обязательно нужно удалять адаптеры и тримировать данные. За это программы-сборщики не умеют обычно это делать. Вот. И есть два подхода на эту тему. Есть вот стандартный, основанный на тримировании, то есть оценке качества и там установке порогов, отрезание концов ридов, в которых упало качество. И есть еще основанный на подсчете камеров. То есть у вас как бы для геномных данных, вот если вы построите распределение частот камеров, то есть вот по горизонтальной оси, соответственно, камеры, по вертикальной их встречаемость. И вот у вас и покрытие у вас в районе 60. То есть у вас большинство камеров, которые хорошие, которые соответствуют вашему геному, они будут иметь вот такое покрытие. То есть они будут встречаться вот с частотой покрытия. Но будет какой-то набор камеров, которые встречаются там один раз. Скорее всего, эти камеры соответствуют ошибке секвенирования. И есть программы, которые позволяют их исправить, например. То есть просто заменить букву. Мы же определяем длину камеры сами, нет? Или вы имеете в виду длина прочтения? Тут имеется в виду, что программа там берет какую-то длину камеров, считает эти камеры,
Ну, взяла, разбила риды на камеры, посчитала частоту их встречаемости и говорит, что вот такой-то камер встречается один раз, а такой-то камер... А количество идентичных камеров. Да, идентичных камерах в ридах. И чем чаще встречается камер, тем он правильнее. Ну, не чем чаще, да, я неправильно сказал. А если вот длина камеры, она вот соответствует... Не длина камеры, а количество встречаемости камеры соответствует покрытию, то... Это все окей. А вот если он встречается один раз, то, скорее всего, это ошибка секвенирования, и мы можем его, например, заменить на камер, который на него, от него отличается одним нуклеотидом. Вот. Очевидно, что если у вас есть ошибочные камеры, у вас становится больше вершин в де Брюйн-графе, и он становится больше, усложняется, и вам тяжелее собирать. Поэтому, как бы вот если у вас алгоритмы, основанные на де Брюйн-графах, используются при сборке, то вот эти подходы, основанные на фильтрации по содержанию камеров, они достаточно хорошо работают и полезны. И вот так, у меня есть такая программа Spades, которая там, она подходит для сборки определенных геномов небольших. У нее в начале, она основана на де Брюйн-графах, и на первом этапе ее работы используется вот эта программа BaseHammer, которая просто удаляет ошибочные камеры. Это можно отключить причем. Но без нее она хуже работает и хуже собирает. Так, теперь еще истории про подготовку чтений. И я... Вот это первая история, что если у вас есть перекрывающийся, то есть если у вас фрагмент, такой, что когда вы читаете парное чтение, у вас происходит, что вот эти два рида, они перекрываются. Есть программы, которые позволяют просто соединить перекрывающиеся риды, получить более длинные риды и использовать это для сборки. Вот. И вторая история про MatePairs библиотеки. Секвенаторы, ну, не все, Illumina умеет работать с фрагментами там, до определенной длины. Точно не скажу, мне всегда казалось, что это до 500 пар нуклеотидов. Но это лучше спросить у человека, который делает библиотеки. Но есть точно ограничения. Поэтому фрагменты большей длины вы туда не засунете. Никак. Но есть обходной путь, а именно MatePairs. Что это такое? Вот у вас есть длинный фрагмент, который длиннее вот этой максимальной длины. Вот, вот видите, вот он, этот фрагментик. Его сворачивают в кольцо. То есть вот у вас есть фрагмент, вы просто берете его, сворачиваете в кольцо специальным образом. Вот. И потом вот это кольцо фрагментируете. И вот смотрите, вот кусочки вот эти. Ну, во-первых, вы сначала цепляете специальные адаптеры. Нужно понимать, что зелененькое – это специальные адаптеры. То есть синенькое – это то, что вот вы хотите прочитать, такой большой длинный фрагмент. За эти специальные адаптеры вы можете это свернуть в кольцо. Вот. Потом делаете фрагментацию. Вот. И в результате фрагментации кольца у вас вот этот кусочек и вот этот кусочек оказываются внутри фрагмента, который совместим с секвенатором. Понятно. То есть он вот фрагмент длиной 500 пар нуклеотидов получился. Был изначально ваш большой фрагмент длиной 10 тысяч пар нуклеотидов. В результате этой фрагментации у вас вот эти два конца вот этого длинного фрагмента оказались внутри фрагмента, который типа 500 пар нуклеотидов, и можете ее секвенировать. Дальше с помощью этих адаптеров ваш образец обогащается вот такими фрагментами, и происходит секвенирование. А дальше специальная софтина находит эти адаптеры, и вот на риды, которые содержат оба адаптера, говорит, что это MatePairs. То есть вот, вот эти вот кусочки, они находятся друг от друга на нужное нам расстояние. И дальше это используется в сборке. Вот. В чем проблема MatePairs? В том, что выход таких хороших ридов очень маленький. То есть их там получается, ну, то есть где-то 30% библиотеки. Вот. Окей. По поводу загрязнения еще. То есть такой практический аспект. Есть два способа очистки загрязнений. То, что вы можете взять, почистить чтение, то есть покартировать чтение на предполагаемые загрязнители и убрать чтение, которое похоже на... Либо картировать уже контиги. Почему-то вот этот метод работает лучше. То есть вы собираете, а потом только чистите. Как бы чистить перед сборкой плохо, потому что, ну, у меня есть теоретическое воззрение на эту тему, что, скорее всего, вы вычищаете какие-то последовательности, которые там
похожи на загрязнитель. И в результате у вас сборка становится хуже. Вот, вот пример этого подхода вот в этой статье, например, имеется, где собирали насекомоядное растение. То есть в чем проблема этого растения? В том, что его секвенировали вместе с насекомыми, которых оно съело. Вот. И там было загрязнение. Окей. Про сборщики. Их огромное количество. Вот. Я рекомендую, наверное, Spades, если у вас небольшой геном. Если большой геном, то, наверное, все можно попробовать, честно говоря. Я люблю Platanus, например. Не странно, который будет на домашнем задании. Вот. И Нюблер. Так, что еще для... Ну, и для Oxford на напоры, и... Так, а у меня там нет, кстати, нигде. Нету отдельного слайда, да. Собственно, для длинных чтений есть вот такой сборщик Кану, например. То есть есть специальные сборщики Кану, Falcon, HGAP, Fly, которые используют для Oxford на напоры, например, или для PacBio. Вот. Скорее всего, если вы будете сейчас что-то собирать, нужно добиться данных длинных чтений. Потому что возиться с Illumina такая бестолковая история. Вот. Про оценку качества. Про оценку качества вот простые параметры. Число контигов, N50, общая длина, число N-ок. Общая длина – это, ну, обычно, когда вы собираете геном, у вас есть какое-то ощущение, какого он размера. Вот. И вы можете просто длину сборки посмотреть, если она там соответствует как-то, то есть похожа на эту длину, то все окей. Если она в два раза меньше или в два раза больше, то что-то пошло не так. Вот. Как валидируются сборки еще тоже. Ну, есть еще идея, что люди пытаются проверить, насколько у них правильная сборка. Для этого можно делать много разных способов. Там, допустим, вот можно генетическую карту сделать и посмотреть, насколько ваша сборка соответствует генетической карте. Картировать чтение, там, делать еще одно секвенирование другим методом и собирать, и потом сравнивать сборки. Использовать рестрикционные карты. В общем, много чего люди делают. Обычно не делают. Давайте так. То есть есть какое-то количество людей, которые пытаются проверить сборки. Но большинство людей просто берут PacView, запускают Кану, берут для HiSea еще тоже какой-нибудь софт, засовывают конфиги Кану в этот софт и говорят, что окей, мы все собрали, вот смотрите, какие у нас красивые карты контактов. Все. То есть вот так сейчас делают. И еще по поводу метода валидации. Очень хороший способ основан на Busco. То есть что это такое? Это когда вы... Есть такая программа, которая позволяет оценить количество консервативных реконструированных генов. Хорошо. Вот. Для вот вашего lineage. Там, например, для растений. У вас есть отдельный набор этих Busco генов. Вы запускаете эту программу на вашей сборке, она вам говорит, что вот этих консервативных генов у вас собрано такой-то процент. И вы можете понять, хорошая у вас сборка или нет. То есть, если вы там 99% консервативных генов собрали, то, скорее всего, все окей, с этой сборкой можно работать. Если вы собрали 60% консервативных генов, то что-то не так. Вот. Ну и последняя история, она менее популярна, но я ее люблю. Это когда берут, картируют чтение обратно на сборку и смотрят на результат. Есть такая старая программа Alia, она позволяет что посмотреть? Она позволяет, насколько хорошо у вас риды легли на геном. То есть вот, в каких местах у вас есть, допустим, большое количество ошибок, с которым, ну, то есть риды картируются с большим количеством ошибок. Либо вот, ну, вот этот параметр, например, говорит о чем. Вот вы картировали рид, а дальше программа анализирует картирование и смотрит, насколько риды плохо легли, ну, с каким большим количеством замен на индели они в этом месте легли, и вот показывает параметр, что вот, допустим, в этой позиции, если у вас есть отклонение от среднего, то здесь риды ложатся почему-то с большим количеством замен, например.
Здесь же есть анализ камеров, то есть ваш геном разбивается на, ну, на окна, в окнах считаются частоты определенных камеров и смотрят, где у вас есть отклонение этих частот. Зачем это нужно? Если у вас есть загрязнение, то у исходного генома и у загрязнителя разный состав камеров. Допустим, у них ГЦ-состав разный. Вот. И так вы можете понять, где получился, ну, то есть нечаянно внедрился ошибочный контик, например. Намного интереснее вот параметр insert. Если у вас есть парные чтения, вы картируете их на геном, а дальше вы же знаете, какого размера у вас фрагмент, то есть какое расстояние должно быть между ридами. И места, в которых у вас вот это расстояние между ридами сильно отличается от ожидаемого, тут тоже высвечиваются. Вот. Ну, собственно, для того, чтобы показать на примере, как выглядит, допустим, если у вас произошла замена, то вот первый параметр у вас показывает такое вот уменьшение резкое возможности картирования. Вот. Если у вас ставка замена, то у вас вот падает покрытие в этом месте. То есть риды сюда хуже картируются. Если у вас кусок, вы потеряли кусок при сборке, то у вас риды, которые парами картируются, просто не будут в это место картироваться тоже. То есть таким образом вы можете понять места, в которых у вас мизассембли произошло, то есть не собрался хорошо регион. Но еще эта программа чем хороша, то что если у вас есть, вы запустили несколько программ сборок, она считает суммарную статистику по этим сборкам, и вы можете сравнить эти статистики и сказать, какая сборка меньше артефактов, и выбрать лучшую сборку, например. Вот. Я сейчас говорю, что сейчас это было модно во времена Иллюмины. Сейчас все становится как это, технологично получается. Погбиох, IC и сборка, все. Вот. Но я боюсь, что ошибок там все равно в этих сборках достаточно большое количество. Локальных, мелких, и никто их не вычищает. Вот. Так, последнее замечание. Это история про... Была у Паши Мазина в Фейсбуке в какой-то момент. Он посчитал такую интересную историю на тему того, что вот он взял экзоны генов и посчитал количество энок в разных старых геномах на удалении от экзона. То есть там в интронах и межгенниках. И получается, что чем дальше вот от кодирующей области, тем у вас больше энок во всех старых геномах, кроме человека и мыши. Что это значит? Это значит, что вот человек и мышь отлично собраны. А все остальные вот эти старые геномы, которые в 2000-е собраны, они все не очень хорошие. Потому что, ну, для них уже не старались. То есть вот у нас есть эталонные геномы, для которых старались, а все остальное уже сделано тяп-ляп. А дальше еще хуже, когда Иллюмина появилась. Вот. А сейчас вот вообще технология, то есть они берут и собирают геномы и выкидывают и статью печатают. Все там, какие-нибудь хромосомные перестройки находят, которые там Хайси, например, хорошо собирает. Вот. И все, и в этом идея. А там аннотация плохая, например, у генома и так далее. Вот. И вот еще старые советы тем того, что не надо делать со сборками. Во-первых, ну, первый главный совет, не надо делать свой сборщик. Сборщиков уже много, они все хорошо работают. Лучше сделать маловероятно, что получится. Это отдельная работа. Вот. И вообще не стоит застревать на сборке геномов долго. Это очень хочется. Вот, например, один из примеров – это геном морковки, который собирали, ну, я говорю, где-то с района начала 2000-х до 2016 года. То есть они явно возились над проектом лет 10-15. Это очень мучительно и плохо. Вот. Мой самый длительный проект со сборкой геномов, он был где-то 5 лет. Мы 5 лет собирали геном, делали новые данные, потом собирали геном, и вот есть геном гречки, для которого получено уже огромное количество данных разными технологиями, он до сих пор не собрался до хромосом, он где-то начался в 2011 году, вот весь этот проект. То есть 11 лет, а хромосом все еще нет. Вот. То есть сборка – это такая история. Вот. Ну, на самом деле все. То есть, если есть вопросы... Что такое НТ? НТ – это база данных
всех нуклеотидов. Ну, в общем, это NCBI-ная база данных, которая содержит все нуклеотидные последовательности, которые там есть. И они non-redundant. Ну, все тогда. Спасибо за внимание. Артем, спасибо большое. Вот. Короче, тогда спишемся с тобой. Слушай, а вот эти слайды не против, там, если их выложить на Вики, студенты посмотрят? Против, я тебе могу их сейчас скинуть. Давай, скинь, а тогда я тебе потом еще напишу там. Да, хорошо. Хорошо, тогда, значит, Дмитрий Меньшиков здесь сейчас, нет, вот ассистента? Да, здравствуйте, меня слышно? Да, Дмитрий, давайте сделаем небольшой перерыв, скажем, 5 минут, 12. Да, хорошо. 12:50, ребят, тогда подключайтесь по второй ссылке, у нас, видите, какая-то прям сегодня это революция по ссылкам. Вот, значит, подключайтесь по второй ссылке, 12:50, Дмитрий расскажет про домашнее задание, про сборку. Вот. Понятно, спасибо. Все, ладно, хорошо, до свидания.